Добрый день, с вами ведьма Аграфина, и мой канал Магии и Колдовства. На моем канале вы можете узнать многое о черной магии. Я также занимаюсь магией наказания, защиты, привлечения нужных событий в вашу жизнь, также откуп от дурной судьбы, от болезней, от смерти, любовная магия, избавление от соперниц и конкурентов и другие влияния на людей. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю. Неделя 24-30 января. Знаки зодиака у меня вторая половина начинается от Девы, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. Помним, что каждое утро мы просыпаемся, потому что мы подчинены ритму Солнца, если кто-то еще не заметил. Также мы подчиняемся и Луне, многие процессы, и другим планетам, кометам, небесным телам, которые влияют на наше настроение, эмоции, события извне, высшие силы. Что несут Деве на этой неделе? С чем она входит? Дева вся в магии, дева вся в тайне. Также для женщин отшельник, некие тайные интриги с мужчиной. Возможно, появление каких-то тайных отношений, какие-то тайные переписки. Ну и самое время, конечно, заниматься магией. Потому что отшельник – это и есть планетарное соответствие знаку Девы. Что в работе? Король кубков идет, то есть на работе у Девы много говорильни, много общения, много, можно даже сказать, какие-то поклонники, симпатии, может быть, завязываются новые знакомства. Также для одиноких дев, женщин, это какие-то флирт даже на работе. Хороша карта для тех, у кого бизнес клиентский напрямую, это всякого рода юристы, адвокаты, психологи. Вот. Такое вот безудержное веселье, можно сказать. Социум, двойка мечей, бескомпромиссные люди. Придется принимать решения, которые вам, ну, не хочется. Вам бы хотелось с этими людьми как-то задружить, как-то уйти от открытого конфликта, но, судя по всему, этот период уже закончился, и вам нужно будет принять очень жестко ответить, поставить всех на свои места. То есть тут ситуация жесткого решения, можно сказать, даже противостояния такого открытого. Здоровье, Верховная Жрица, хорошая карта, которая также даст вам понять, как у нас отшельник, Верховная Жрица такая. Ваша интуиция вас не подводит, вы идете правильным путем в плане лечения. Также хороша карта для обращения к специалистам в любой области. То есть вам повезет попасть на того специалиста, который откроет тайны вашему здоровью. Также по этой карте, если у вас было какое-то непонятное заболевание, что-то вы не могли понять, как его лечить, что это такое, наконец внесется ясность, симптомы станут ясным и понятным. В целом состояние здоровья неплохое. Верховная Жрица всегда означает скорее прогнозируемое управление своим здоровьем, прояснение симптомов. Так, в личной жизни Королева Жезлов. Очень люблю эту карту, она хороша только для королев жезлов. Для девы она означает скорее соперницу, женщину, которая маячит на вашем личном горизонте, затмевает вас. Ну, для мужчин девы это знакомство. Так что кто там вас затмевает, девы, а ну? Также указывает на то, что вам надо быть предельно яркой, предельно красивой, предельно талантливой, проявить себя, потому что вот так вот. Кто-то хочет затмить нашу девушку, деву. Зато дев состоится какой-то приятный подарок, приятная, очень выгодная покупка. Также это вам могут подарить что-то. Вы можете выгодно приобрести, то есть какую-то ценность, которая в дальнейшем будет только расти. Ювелирку, вложить деньги в ремонт, прекрасное время для вложений.
Смотрите, зато много денег. Так, наши весы. Весам. Белая карта. Интересно, весы проходят через некое сознание, через какой-то коридор сознания, в котором на этой неделе вы можете продолжать все так же, да, загадывать желания, выходить в астрал, медитировать, как раз для весов самое время перезагрузиться, прийти в ваше любимое состояние. И вы особенно сильны в плане загадывания желаний, какой-то созидательной магии, перезагрузки здоровья и сознания. Смотрите, по работе семерка мечей перевернута, говорит о том, что многие люди покажут себя с какой-то стороны, то, что было у вас за спиной, может быть, проявят себя, как бы не всегда это хорошая карта, то есть люди покажут себя, то, что они скрывали, это может быть и негатив, что-то вам в лицо могут такое, какую-то критику, или какие-то сплетни, будьте готовы, хотя для определенного рода профессии это позитивная карта, те же, кто у нас там, детективы, все, кто изучает людей, все, кто ищет, может быть, компромат, программисты полезут наверх, какие-то ошибки, какая-то информация такая, которую вам надо будет исправлять. Ну, журналисты. В вашей социуме справедливость. То есть придет в какое-то взвешенное решение. Также, если у вас разного рода иски, какие-то дела в государственных органах будут приняты в вашу пользу. В других случаях это просто вы принимаете нужное, взвешенное и правильное решение, которое вам подсказывают те же высшие силы на вашей стороне. Ваше здоровье. Так, кто это у нас? Принцесса мечей. Тут может быть, собственно говоря, это и вы и есть. Это карта еще воздух, вестник мечей. Это нервы, это какая-то раздражительность, это все по мелочам, возможно, какие-то спазмы, какие-то быстрые, какие-то расстройства. Пока это не ухудшение состояния здоровья, однако это все, знаете, на раздражительности, на нервах, быстро приходящие. Ну, у кого, кто склонен к этим заболеваниям, следите за этим, спазмы. Так, любовь, тройка кубков, интересная карта для весов. Изобилие, по собственно говоря, идеальная карта для абсолютно всех ситуаций. Это и победа в любовном треугольнике, и наслаждение любовью, и известие о долгожданной беременности. Также это может быть знакомство, вы будете блистать в каком-то обществе, и у вас там будет не один, может, и даже два, или кавалера, или поклонницы, вот в каком-то блистать какой-то на каком-то празднике. Наслаждение семейной жизнью, вот так вот, изобилие. Ну, шестерочка пентаклей под конец. Это какой-то незначительный подарок от жизни, незначительная, может быть, сумма денег, покупка, которая вас, ну, может, вам хотелось чего-то больше. Вообще шестерка пентаклей еще перевернутая, да. Эмоциональная сторона очень такая позитивная. В материальных хотелось бы больше, может быть, вот так вот. Весам, весы призадумаются о материальной стороне своей жизни. Скорпионы. Так, скорпионы все в своем каком-то карьерном росте, причем это касается общения с людьми, вы особенно хороши в доказательствах, в движении к своей цели, в спорах, отбиваетесь, все доказываете свое, твердо очень так стоите на ногах, да, как он прицеливается, и всех порубал, всех раскидал и пошел.
Так, по работе. Вестник мечей, но это также карта раздражительности, все-таки метких подковок. Ну вот продолжается эта тема, вам придется достаточно жестко поставить на место, может быть, каких-то мелких гаденышей. Вот так вот. Немножко нервозная обстановка, но по сути боевая. По социуму перевернутая сила, какое-то неконтролируемое общество, либо вы его избегаете каким-то образом с ним сталкиваться, не управляете на этой неделе этой ситуации. Если вы что-то планируете, постарайтесь это отложить, потому что перевернутая сила говорит о том, что у вас нет в руках сил, у вас нет в руках какого-то способа управления, давления. Это кто может быть? Ваши родственники, различные дела в государственных там органах, налоговых, таможенных и прочих. Придите, да. Найдите точку силы в себе сначала. Там двойка кубков. Ну, это расстройство пищеварения, что-то не то съели, может быть, какое-то у нас-то перепады настроения. Также двойка кубков, это эмоциональная карта. Собственно говоря, не означает расстройство серьезного здоровья, однако присмотритесь к своему питанию, к своему настроению. Оно у вас очень так зависит от внешних причин все-таки. Так, личная жизнь, вестник Пентаклей. Некое разочарование связано с материальным вопросом ваших отношений. Либо какое-то известие придет, которое вам не понравится. Что-то откладывается. Билет, покупка, оформление чего-то. Вот оно, видите, с этой силой даже так как-то перекликается. А понадобятся дополнительные траты, если у вас семейная уже жизнь. И дух, некие мечты, мечтательность. То есть, если взять в целом, Скорпион немножко нервничает по работе, однако преодолевает, жестко ставит людей, расставляет на свои места, не успевает. Конечно, немного сил не хватает все это охватить, и в том числе, ну, предается, скажем так, мечтам об своей какой-то личной жизни, об своем прекрасном будущем. То есть находит точку опоры, что ли, в этих эмоциях, в этих в настрое на лучшее, настраивается на лучшее все-таки. Помотают нервы Скорпиона. Стрельцы. Так, а вот она сама Стрельчиха. Вы чувствуете в себе необыкновенную мощь, талант, красоту, энергию. Вы вот королева жезлов. Неважно, мужчина вы или женщина. Мужчине это также вдохновение может значить, не обязательно женщина, ну и женщина в том числе. Стрельца мужчина может вот такой вот полет творчества, полет к вашей энергии. Вы в расцвете прям вот все, с жезлом поперло. Так, шикарная карта по работе. Карта говорит о нахождении работы, причем такую, которую вот вы всю жизнь, вот вы искали такую, именно то, что вам надо. Если вас не устраивает сегодняшняя работа, вам могут предложить какие-то конкуренты, то есть что-то еще лучшее, если вы недовольны. То есть у вас есть выбор, причем этот выбор, который, ну, именно вас устраивает, добавка к увеличению заработка, если вы бизнесмен, это прибавление в жаловании. Именно улучшение, в том числе и радость от работы, в том числе материальная радость, в том числе и новая работа, может быть. Может, вы на хорошей работе, а вам еще лучше предлагают. Вот что такое тройка кубков. Полное изобилие, умеренность. Ну, вы скорее в социальной сфере, в окружении очень так воздерживаетесь от каких-либо, может быть, вообще контактов, либо очень умеренно общаетесь с людьми, стараетесь сдерживать свои порывы. Также карта советует не торопиться с какими-то решениями или быть готовым к тому, что, ну, какие-то решения, особенно связанные с государственными там органами всякими, они будут затягиваться. Воздержание, умеренность, очень медленно что-то идет.
хотя все равно карта позитивная. Будьте уверены, что оно будет решено, но надо затягиваться будет. Король Пентаклей. Хорошее состояние, здоровье, твердое, уверенное. Если вы принимаете какую-то терапию или вы восстанавливаетесь после какого-то удара по здоровью, то все идет по плану. Вы уже достаточно, вы будете выздоравливать постепенно, все по плану. Улучшение состояния здоровья, набор силы, набор жизненной энергии, отличная карта, также обращение к врачу. Король Пентакли у нас чаще это все-таки массажист, это какой-то специалист по травмам, специалист, который поддерживает, ну, там, физическими какими-то упражнениями. То есть очень хорошая карта на Стрельца. Ну вот. Единственное, что в личном вам кажется, что ваш партнер вас не поддерживает, что вы как бы можете рассчитывать только на себя. Вот есть некий момент все-таки отчаяния, что все на вас, что вы один или одна, и очень много это относится все-таки больше к материальному, что если что, вот материальное. Опа, дьявол. Интересная карта прямо Стрельцов. С одной стороны, состояние здоровья отличное. Вы чувствуете, у вас сила, прямо вам хочется сотворить что-то какое-то темное. Возможно, вас будут соблазнять на какой-то шах. А в основном, тем, кто занимается магией, самое время заниматься магией. Причем вот такой вот конкретной. То есть ваша темная сторона, причем она играет на вашу пользу. Мы помним, что двоякость, да, если вы отрицаете магию, там, темную сторону, то дьявол скорее опасность, да, для остальных. Но на моем канале это отличная карта, можете воспользоваться слабостями людей. Да, вас может куда-то тянуть налево, но это лево пойдет вам только на пользу, если вы это примете. Наши козероги. Козероги немножко испуганные, но преувеличенные страхи, то есть все закончилось, не надо бороться с ветряными мельницами, все прошло спокойно, все тихо, спокойно. Ветряные мельницы, вы продолжаете бороться с тем, чего уже нет. Так, по работе. По работе какое-то затишье, возможно, что вам не хватает сил, или вы сложили руки в какой-то ситуации. Ну вот так. Не складывай. Также воздержаться все-таки пока. Почему-то эта карта недостатка энергии, недостаточно активности в решении ваших рабочих вопросов. Так, по социуму. Возвращение людей из прошлого. Ну, это могут быть какие-то встречи, которые, ну, скорее ни о чем. Люди, с которыми вы имели некую эмоциональную связь, всякие одноклассники, родственники, собственно, на кофепитие, кого-то встретили на улице, или вам надо вернуться к какому-то врачу с каким-то вопросом, который вы не закончили в предыдущих периодах. То есть ничего, все по старому, что-то старое всплывет. По состоянию здоровья умеренно. Также карта говорит о том, что состояние здоровья вполне в равновесии, неплохое, при условии, что вы придерживаетесь, ну, каких-то правил, да, воздерживаетесь от каких-то резких экспериментов, нагрузок. Выздоровление идет также. По умеренности эта карта все-таки для здоровья позитивная. Умеренность не сильно, может быть, бодрая, но стабильная. Так, в личной жизни по жезлу заигрывание. Для одиноких, может быть, это какие-то флирт с молодыми пажами для женщин. Для мужчин это просто такое вот легкий интерес. Какие-то хлопоты, если вы семейные козероги, это хлопоты с детьми. То есть ничего серьезного, но такое вот легкое заигрывание без драмы. Так, ну вот. Тройка мечей. Тройка мечей, я бы сказала, больше относится к тому, что вы переживаете что-то. Причем оно уже давно прошло, по сути. Вы с этим никак не
не проявляете никакой активности, забросили этот вопрос, однако вам что-то какая-то обида вас гложет. Вот я вижу это скорее в работе, причем что тут единственная карта, на которую можно пожаловаться. Вот. Чем больше это все не лично к вам относится, скорее к ситуации, может что-то помешало вашей работе, то, что от вас не зависело. Вот так. Но вам обидно, что вы что-то упустили. Наши водолеи. Так, водолеи в решении старого какого-то очень нудного вопроса. Связано это, конечно же, с бывшими. Пятерка кубков, классическая карта, перевернута с возвращения бывших, с теми же самыми соплями, нудьгою, разборками и прочими нерешенными вопросами эмоциональной привязки все-таки. По работе колесница, все развивается очень быстро. Очень хорошая карта, характерна для быстрых позитивных изменений. Если вам надо быстро найти работу, быстро решить какой-то рабочий вопрос, все удастся, особенно если это какая-то сотрудничество с другим человеком, да, видим, что тут две лошади, тут, да, даже не лошади, это всегда в паре, это всегда быстро, это хорошая какая-то удачная поездка, командировка, договоренность, и все это быстро и конкретно. Шестерка мечей, отличная карта в социуме, движение. Вы знаете, что вам нужно, вы движетесь в правильном направлении и уже видите, как говорится, берега. Достижение целей, ваших каких-то социальных намерений. То есть также поездка, кто-то к вам приедет, вы кому-то приедете. Навестите ваших родственников, знакомых или там одноклассников. Да, кстати, вот это вот возврат какой-то, возврат. Возможно, также это контакт, связь с этими людьми. Так, тут же за перевернутый, что по здоровью, снижение иммунитета. Эта карта не означает какого-то ухудшения, однако, по сути, может быть падение давления, падение иммунитета. Не очень хорошая карта для каких-то высоких достижений в спорте, потому что, собственно, биоритм такой вот туда, вниз, пониженный. Не чувствуете бодрости, но это еще не расстройство здоровья. Так, в личной жизни какие-то переговоры. Причем переговоры эти ведутся на тему материального. Также там, если вы одинокие водолеи, у вас какие-то переписки, причем не с одним человеком, перезвоны какие-то, смс-ки, начало общения, такое вот, оно больше похоже на собеседование, чем на какое-то прям эротическое начало. Для семейных это решение ваших вопросов материальных, текущих, скорее, что покупать, что купить ванную, да, как что-то починить. То есть вы в таком в постоянном контакте. И итог недели, тройка пентаклей. Ну, вы тут скорее вы довольны. Также это ваши какие-то профессиональные интересы. Но у нас водолей очень любопытный. Принятие помощи третьего лица, причем в позитивном смысле, посредника, возможно, встреча по интересам, посещение единомышленников в чем-то. Вот, то есть прекрасная такая карта. Водолея разумная, быстро всего вы достигаете, все по делу, все решается в вашей жизни. Вот такая вот очень деловая, спокойная неделя. А с вами была Ведьма Аграфина. Все мои контакты с обращением за платными услугами под этим видео. До свидания.